первый международный фестиваль по хапкидо НДКМ «Хапкиленд». Мы его провели с командой НДКМ при поддержке Федерации хапкидо в городе Москве. Турнир посвящен вице-президенту хапкидо, гранд-мастеру Ли Эдуарду Николаевичу. Это он вдохновил нас на популяризацию хапкидо. Его упорство, его рвение, его вера в молодежь позволило нам сегодня организовать турнир, который мы будем делать на ежегодной основе. Сегодня у нас присутствовало 4 региона, представители Узбекистана, Израиля, Армении и Казахстана. Дисциплины присутствовали все, кроме хапкики-руги, то есть кроме спарринга. В основном это технические дисциплины: хасинсуль, парный фристайл, личный фристайл с оружием и командный фристайл. 4 дисциплины. Также понравились руководители этого самого соревнования. Это дало мне необычные впечатления. Впечатляющие мы, переживающие, когда выходишь на даян. Это чувство нового адреналина. Ну, мне понравилось, что я получил 2-е место. Вчера я аттестовался на зеленый пояс. Я не зря поехал. Фестиваль получился очень такой импульсивный и такой очень объемный и хороший. И самое главное, что дети на этом турнире показали все свое мастерство. В следующем году мы планируем его расширять. И, конечно же, ждем всех гостей, всех участников других регионов, других стран, потому что мы за молодежь, мы верим, что здоровый образ жизни, патриотизм, все ценности, которые нужны нашей молодежи, их можно и нужно транслировать через спорт, через дружбу, через труд и, самое главное, мир, который несет спорт и ценности хапкидо, которые нам всем так нужны сейчас, в наши дни. НДКМ «Хапкиленд», спасибо Эдуарду Николаевичу!